Получить землю стало возможным. В Симферополе начали выделять участки льготным категориям граждан. Их получили уже более 200 человек. Еще 740 стоят на очереди. Сколько участков будет выделено до конца года, знает наш корреспондент Анжелика Завгородняя. Симферополь стал первым городом в республике, где началась процедура предоставления земельных участков к льготным категориям граждан. Уже более 200 жителей столицы благодаря этой программе получили новые участки. Это тот результат, к которому мы стремились. На мой взгляд, прописаны действительно прозрачные, понятные условия и правила предоставления земельных участков. И дай бог каждому гражданину сейчас счастье на его новом месте, на его новом земельном участке. Сейчас на очереди на получение участка стоят 740 человек. Из них 145 многодетных семей с маленькими детьми. Процесс идет, он сейчас готовится в рамках градостроительной документации. Все будут обеспечены, это мы гарантируем. Планируем это все завершить в этом году. Оформить участки в собственность льготники смогут после процедуры отбора и привязки к местности. А всего до конца года распределят около 350 участков в массивах Белое и Залесье. Анжелика Завгородняя, Время новостей.